Перемирие между Израилем и сектором Газа пока соблюдается, сообщают мировые информагентства. Оно было установлено в субботу вечером благодаря посредничеству Египта после напряженнейшего с 2014 года дня противостояния между активистами Хамаса и израильской армией. С пятницы по субботу палестинские радикалы выпустили по еврейскому государству до 200 ракет и минометных снарядов. В ответ армия обороны Израиля поразила десятки военных целей Хамас в секторе Газа. В результате авианалетов погибли подростки 15 и 16 лет. В воскресенье Израиль принял решение усилить группировку ПВО в центральных районах и на юге у границы с сектором Газа. Объявлен также ограниченный призыв резервистов. Спецпосланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов, посетивший в воскресенье палестинскую территорию, призвал стороны остановить насилие и сделать все для поиска политического решения конфликта. Накануне министр обороны Израиля Авигдор Либерман в очередной раз подтвердил, что его страна не будет мириться с новыми ракетными обстрелами и запуском горящих воздушных змеев и шаров из сектора Газа.